Приветствую вас, дорогие друзья. Сейчас такая неожиданность. Ну, в названии вы увидели, что сейчас у нас будет заказ Фаберлик. А в чем интрига? Для тех, кто меня видит впервые, в том, что я не являюсь консультантом Фаберлик. И вообще, это мой самый первый заказ Фаберлик. Я являюсь консультантом другой компании и более чем 20-летним стажем являюсь потребителем косметики Oriflame. Так, но тем не менее, вот последние реалии наш интерес к данному бренду. Фаберлик. Что я знаю о Фаберлик? В общем, да, поскольку я давно уже являюсь консультантом Oriflame за другими компаниями, занимающимися прямыми продажами, я, конечно, тоже слежу, те, которые на слуху. А Фаберлик я тоже услышала довольно давно, тоже с 90-х годов знаю его. Но никогда моего интереса не было настолько сильного, чтобы заказать себе что-то из этой косметики. Я признаюсь, я даже ничего не пробовала еще ни разу из каталога Фаберлик. Это, во-первых, Фаберлик, насколько я знаю, это российская компания, да? А некоторое время назад, ну так уже, наверное, от сегодняшнего дня, если смотреть, наверное, порядком времени прошло, я вдруг увидела каталог, мне попался в руки каталог Фаберлик, где было написано, что теперь компании Infinum, Фаберлик, Infinum и Edelstar объединились. Также совершенно понаслышке я знала, что Infinum – это бывшая фарма. В фарме я как-то делала заказ, причем, да, в качестве консультанта, то есть меня уговорили стать консультантом и сделать заказ. Я сделала один заказ, мне не понравилось, и все. На этом мои отношения с фармой прекратились. О фарме я знаю, что это компания словенская, Словения. Она тоже мультибрендовая, ну, то есть в ней есть... Это не компания-производитель, а компания-корпорация, да, как это лучше сказать. В общем, это союз компаний, компания-продавец, которая продает продукты непосредственно фармы. Фарма нам известна многим своей фармацевтической продукции, то есть в аптеке очень много лекарств. Ну, то есть это не безызвестная, а широко известный производитель фармацевтических продуктов. Многие лекарства, ну, в частности, что такого общеизвестно? Ну, сейчас не вспомню, ладно. В общем, очень многие лекарства вы обнаружите, что они выпускаются именно фармой. Потом там декоративная косметика была производима в Италии, итальянская, соответственно, итальянские, многие итальянские черты были присущи этой косметике, палитра, цветовая палитра, пудры, ну, в общем, понятно, что итальянский подход чувствовался в их косметике, в самом характере этой косметики. Так, потом, а что еще? Так, я затягиваю видео, но хочу все-таки проговорить. И еще какая-то словенская тоже, помимо фармы, еще был какой-то производитель, если мне не изменяет память, также фармацевтический, который производил косметические продукты с таким аптечным уклоном. Ну, допустим, если это помада, то это помада-бальзам для губ. Ну, вот примерно такого толка. Так, про Edelstar я вообще вот только слышала, никогда не видела ни разу ни каталога, ничего. Но как-то мне двоюродная сестра, когда я была у нее в гостях, подарила
универсальную салфетку для пыли, из чего я сделала вывод, что Lidl Star продает товары для дома, хозяйственные товары. Вот. И когда я полистала этот вот первый сборный каталог, ну, может быть, не первый, может, один из первых, сборный каталог, меня заинтересовала продукция. Я думаю, ну да, ну как-нибудь при случае я что-нибудь закажу. Но поскольку Oriflame покрывала все мои потребности в плане косметики, в плане помывочных средств, ну, ухода за телом, вот, поэтому ни разу мне и не представилось случая сделать заказ в Faberlic. А как-то недавно я, в общем, стала листать каталог Faberlic и вижу, что цены там очень сильно выглядят намного более выигрышными по сравнению с другими компаниями. И также мне очень хотелось попробовать. Я слышала неплохие отзывы о бытовой химии. Я все-таки решила сделать заказ. Итак, что же я заказала? Давайте по порядку. Теперь мы не будем листать каталог, разбирать нынешний действующий каталог. Кстати, это каталог прошедший. Какой он, пятый? Кажется. Так, влажные салфетки для удаления пятен серии Дом Фаберлик. 55 рублей. Выглядят они вот так. Так, тут немножко отсвечивает. Выглядят они так. Экспресс-помощь. Удаление пятен. Это очень любопытно попробовать. И сейчас в действующем каталоге при заказе двух какая-то еще более привлекательная цена, чем 55 рублей. Прекрасно. Влажные салфетки для кожаных изделий серии Дом Фаберлик. Вот такая огромная упаковка. Давайте сравним с этой. Такая огромнейшая упаковка. Я взяла ее, чтобы протирать обувь. Больше у нас кожаного вроде бы я ничего не припомню. Ну, может быть, сумочки можно. Еще не попробовала, понятия не имею, что это, как работает. Но пачка очень внушительная. Здесь 40 штук. Так, тоже по какой-то привлекательной цене. 79 рублей. Это цена консультанта. Я не знаю, как Фаберлики тоже консультантами называются, да? Люди, которые заключили договор и покупают со скидкой. Так, а здесь для удаления пятен их 20 штук, по-моему, что ли? Нигде не вижу. Ой, 30 дней срок хранения. Слушайте, нужно использовать быстрее. Как это? А, 30 месяцев. Испугали. Так, продукт моментального приготовления, суп гороховый. Вот такая пачка. Я вообще-то ожидала, что она будет побольше. Ну, как супы в пакетиках. Она поменьше, чем супы в пакетиках. С чем сравнить? С чем сравнить? Ну, ладно, ни с чем не будем сравнивать. Так, поверьте на слово. Так. И тоже была акция на них. Суп плюс каша по цене 55, а для нас 44. Ну, в общем, в итоге супы по 24, а каши по 20. Суп средиземноморский. Я его, кажется, съела, нет? Не съела. Суп средиземноморский. Так, каша льняная, шоколад и ваниль. Я ее съела. Она мне понравилась. Я к этому видео, если оно не будет слишком затянуто, приложу этот момент пробы. Вкусная каша, мне понравилась. Я увидела отзыв, ну, набрала в Гугле или в Ютубе, не помню уже. И первый отзыв, который мне попался, он был отрицательный. Женщина говорила: фу, не смогла съесть и две ложки, потому что вид ужасный. Ну и мне это кажется странным, потому что, ну, мне кажется, у халвы тоже вид ужасный, однако же никто, никак, редко кто говорит фу. Так, дальше что? Каша льняная, груша и мед. Красивенько выглядит. Да, в общем, это каша льняная. На вкус напоминает вот каша, которую я попробовала.
очень похоже на пшеничную кашу, так что вообще ничего особенного, ну, такого, чтобы вызвало резкое неприятие, я не нахожу. Так, каша льняная на молочной сыворотке, тоже любопытно попробовать. Суп с тыквой я съела, мне понравился. Несмотря на то, что суп с тыквой называется, основным компонентом здесь является кукуруза. Кукурузная мука, кукурузный... Так, еще что-то, два кукурузных продукта. Одна измельченные специально обработанные зерна кукурузы, мука кукурузная цельнозерновая, порошок тыквы, фруктоза, соль. Эмульгатор лецитин, смесь сушеных овощей, специи. В общем, вкус кукурузы очень хорошо заметен, ярко выражен. Привкус тыквы тоже есть. Я люблю тыкву, поэтому мне понравилось. Так, суп со шпинатом. Шпинат я тоже люблю. В общем, все эти вкусы мне нравятся, я люблю. Жидкое мыло для рук, лимонное монпансье. Я еще не попробовала. Ой, это обратная сторона. Даже не понюхала. Сейчас поставлю в этот в ванную. Будем мыть руки. Прям не знаю, даже как попробовать. Открыть, что ли, да? Интересно. Совершенно неожиданный какой-то аромат, не такой, как я ожидала. Он не похож там на карамель, лимончики, не похож на лимонные корочки, на леденец. Нет, я не чувствую. Не знаю. Ну, чуть-чуть отдаленно на леденец похоже, да. Так, дальше. Кислородная профилактическая зубная паста, цитрусовая мята. Цитрусовая мята. Кислородная, это очень любопытно. В общем, когда у нас закончится. Я даже не открывала. Так, произведено это в России. В Московской области. Так. Здесь тоже запаяно. Стоит защитная пленка из фольги. Так что я не могу даже понюхать. Город Москва, улица Никопольская, непосредственно в Москве. Закрыто. Так, зубная паста, свежая мята. Вот такая красивенькая. Так интригует название кислородное. Ягодная мята. Красота. Так, дальше. Подкручивающая тушь для ресниц. Ах да, что, о чем я не договорила. Тушь. Так, она мне досталась за 108 рублей. Тоже не открывала. Тушь, крем для рук, жидкое мыло. Это все продукты по акции. То есть в основную корзину набираешь основное, а тебе потом в корзину по желанию закидываешь все, что по очень привлекательным ценам. На втором шаге, то есть заказа. Так, дальше у нас идут колготки, плотность 20 ден, цвет бронзы, размер М. Это я купила своей невестке. Ну, решили мы попробовать, потому что много хвалебных, много хороших отзывов о колготках Фаберлик. Я посмотрела, произведены они в Китае. А, вот. Ну, и 20-денные колготки, ну, как и 40-денные. А, значит, шортики написано. Ластовица хлопчатобумажная. Прозрачный мысок. И для больших размеров не трусики, а вот такая вставка. Колготки плотность 40 ден. Цвет у меня какой здесь написан? Цвет кофе. Размер S. Себе я взяла S-ку. Люди всегда удивляются, что я себе S-ку заказываю. Но я не могу, то есть двойку. Я не могу тройку носить, они вот велики.
Все-таки, несмотря на то, что я жирная, все-таки я маленькая. Поэтому S. Так. Итак, большая претензия к пакету. Так, биопакет полиэтиленовая майка, белый. Что в нем абсолютно невозможно донести в целости и сохранности ваш заказ. Он тут же начал разлагаться. Я понимаю, тут же начал рваться. Я понимаю, что это биоразлагаемый пакет, но орифлеймовские биоразлагаемые пакеты можно носить полгода, довольно прочные. А это вот, ну вот что это? Ну хотя да, за орифлеймовский пакет мы платим 3,5 рублей, 3 или 5 рублей, а этот пакет бесплатный, да? 1 рубль. Там пакеты? Да, давайте. Колготки 20 ден 151 рубль, колготки 40 ден 175 рублей. Недорого. Посмотрим, какое качество. Средство чистящее для туалета. Серии Дом Фаберлик по цене 111 рублей со скидкой. Я приобрела, уже видела отзывы, что средство хорошее. Испытаем. Здесь 500 миллилитров. Произведен продукт также в Москве. Программа для рекрутеров и накопительная программа Фаберлик Клуб. Транспортный сбор. Так, подождите, а где? Концентрат для приготовления безалкогольного напитка Фитокс Саше. Тоже очень интересный продукт. По названию мы понимаем, да, что Фитокс это образовано, ну, допустим, от фитнес и детокс. То есть это нечто очищающее, способствующее похудению, способствующие стройности фигуры. В общем, посмотрела, погуглила, увидела, что основная составляющая данной смеси растения, корневище, по-моему, часть корневища, конжак. Конжак, он же коньяку. Помните, да, есть губки для лица коньяку, замечательно очищающие. Вот. Оказалось, что коньяку очищает не только лицо, но и там внутри кишечник он также может чистить. Так что вот, в общем, продукт, судя по всему, замечательный. Вот, я была бы рада купить целую упаковку, которая продается в компании в упаковке 20 таких саше. Так что впечатления о ней. А я с вами прощаюсь. Желаю вам приятных покупок, красоты, здоровья, счастья, удачи, успехов во всех делах. Пока-пока. Ваша Аюна. Да, скажи тоже пока. Да. Да, ну, это так что? Прошу. Да. Прошу не предъявлять претензии по этому поводу. Претензии по этому поводу не принимаются. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось наше видео. Да. Подписывайтесь на наш канал. Я сразу предупрежу, что канал мой совсем не о Фаберлик и не только об Орифлейм. Это также мой личный блог, И здесь очень много темов. В общем, все, что меня интересует, есть в моем личном блоге. Пока. С вами был. Вот так выглядит льняная каша. Способ приготовления ее.